России одну из значительных страниц представляют попытки ее правительства установить с Америкой торговые и культурные связи. Видную роль в этом деле сыграл граф Николай Петрович Рязанов! Действительный камергер Его Императорского Величества, проникший в 1806 году в Калифорнию, в то время испанскую, и задавшийся целью воздвигнуть мост между Америкой и Россией. Трагическая случайность в жизни Рязанова помешала осуществлению этого грандиозного предприятия. Со святыми упокой Христе душу усопшую, рабы твои, но представленные. Милостивый государь, граф Алексей Николаевич Румянцев, кончина жены моей, новопредставленной Анны, составлявшей все блаженство дней моих, сделала для меня всю жизнь безобразную. Одна Россия у меня осталась. Остаток дней моих хочу посвятить Отечеству. Не в схиму иду, в служение отчизне. Готов я, возглавив первое кругосветное путешествие россиян, с помощью Божией жизнь отдать расцвету российско-американской компании, с тем, чтобы распространить цвет Отечества нашего до Калифорнии и Сандвичевых островов. Да будет судьба России крылата парусами! Мудрый граф, вы глядите вдаль, но мудрее нас, государь, государь, государь. Чай не мокните, подождем. Яко земля иси, в землю а ты держи, а может все человецы пойдем. Надгробное рыдание творящей песни. Аллилуйя! Милостивые государи,
Дабы Россия и Америка могли процветать в спокойном и полезном единении, необходимо вдохнуть жизнь в дела нашей русско-американской компании. Западный берег Америки, богатейшая житница, земной рай гешпанской Калифорнии – вот наш главный компаньон, вот наш первый союзник. Здесь найдем мы сбыт сибирских пушных богатств. Отсюда потянутся морские дороги в Нагасаки и Кантон, через Южную Америку в Атлантический океан и Лондон. Ваше сельство, соблаговолите поддержать сей дерзкий прожект мой. Мечтаю назвать брик свой русским девизом «Авось». Я удачен, ваше сельство. Авось! Сие предприятие сулит большие блага российской державе, и последствия его будут по достоинству оценены потомками нашими. Мудрый граф, вы глядите вдаль, но мудрее нас, государь, государь, государь. Чай не мокните, под дождем, подождем, подождем, подождем. Яко земля иси, в землю ты держи, а может все человецы пойдем. Надгробное рыдание творящей песни. Аллилуйя! Ежели материальные затруднения окажутся единственной преградой на пути к американскому континенту, готов буду на собственные средства приобрести две шхуны на Санкт-Петербургской верфи и придав им соответственно наименование «Юнона» и «Авось», преисполнен решимости буду в начале лета 1803 года пуститься в плавание к берегам Нового Света. От ветра безнадежные карие вишни, возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. И хочу никогда не забуду.
тебя никогда не забуду. Господи Иисусе Христе, воззвах к Тебе. Услыши мя, Господи, по морям бушующим я плыву без компаса. Я зову без голоса пучинам отданный. Родина, услышь меня, услыши мя, Родина. Полетят покойники планеты по небу. Кто-нибудь, услышь меня. Услыши меня! Кто-нибудь. Душой я бешено устал. Точно тайный горб на груди таскаю. Тоска такая, будто что-то случилось или случится. Ниже горла высасывает ключицы. Российская империя — тюрьма, но за границей та же кутерьма. Родилась рано наше поколение, чужда чужбина нам, и скушен дом. Расформированное поколение, мы в одиночку к истине бредем. Свежего. Земли старые, старый сифилис. Начинают театры свешивать, начинаются царства слизилиц. Земли новые табула раза, расселю там новую расу. Третий мир без деньги и петли. Ни республики, ни короны, где земли золотое лоно, как по золоту пишут иконы. Умолите людей святые, как по золоту пишут иконы. Умолите людей святые, как по золоту пишут иконы. Будут лики людей святые, как по золоту пишут иконы. Будут лики людей смешно с всемирной тупостью бороться. Свобода потеряла первородство. Ее нет ни здесь, ни там. Куда же плыть, не знаю, капитан. О, Пресвятая Дева Мать Господа Вышнего, заступница и покрова всех тебе прибегающий. Я путь ищу, как воин и мужчина, но буду честен, есть еще причина. Призри с высоты святые твоя на грешного, преподающего к пречистому образу твоему. Меня по свету гонит страшный бред. Душой я болен с отроческих лет, когда на мне остановился взгляд.
Казанской Божьей Матери. Услыши мою теплую молитву и принеси ее пред возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Увидел в ней не вседержительницу деву, а женщину с вишневыми глазами. Хотелось защитить ее, спасти. Мне не помог ни врач, ни богослов. Я посягнул на Божию любовь. Залито мрачную душу мою светом божественной благодати своей. Знал многих женщин, схоронил жену, но всюду чуял тайный взгляд вишневый. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, помилуй нас. Господи, возвал к Тебе, услыши бред. Душой я болен с самых юных лет, когда на мне остановился взгляд Казанской Божьей Матери. Слава Божия!
господин камергер. Государь избирает вас на подвиг, пользу отечеству обещающий. Вам вверяется образование и участь жителей Русской Америки. Надлежит попытаться установить новые морские торговые пути широчайшей юрисдикции на права главного уполномоченного его императорского величества. Император Александр Павлович сам милостиво соизволил войти в пай русско-американской компании. Повелеваю отплыть вам 23 июля 1803 года ввиду напряженной международной обстановки под военно-морским Андреевским флагом империи. Гнёт
килем было 8 футов голубой воды. Почему еженочно мучит этот странный и дерзкий сон? Я вчера глядела в колодец, и видение не наших мест мне привиделся флаг на воде, на мундире замок. Крест, его очи дерзкие синие, а когда поднимают взгляд, как играют на клавесине, у него ресницы звенят. Благословен Калифорнийский край, да воздадутся в мире мир и рай, когда наши державные народы соединятся не на поле брани, на поле благодати и любви. Наградою всеобщей будут нам мир наций, благодарствие потомков вовеки станет тихим океан. La paz de las naciones, agradecimiento de los nietos. Será nuestra congregación común, así para siempre el océano será pacífico. Nuestro corazón se colma de dicha al saludar a nuestra tierra al ministro del emperador ruso Alejandro. Наше сердце исполнено гордости приветствовать на этой земле посланников русского императора Александра. Estamos dispuestos a brindarles nuestra hospitalidad. И мы выражаем желание ответить гостеприимством. Tengo el honor de invitar a los huéspedes rusos al baile con motivo del cumpleaños de mi hija María Concha de la Concepción. Губернатор Сан-Франциско Хосе де Аргуэльо имеет честь пригласить русских гостей на бал в честь 16-летия его дочери Марии де ла Кончита Концепсьон. Приглашение принимается. La invitación se acepta. Les presento a
A ustedes, mi hija, mariconche del Concepción José de Arguello y su novio Miguel Fernando. Губернатор Сан-Франциско имеет честь представить свою дочь Марию де ла Кончиту Концепсьон и ее жениха сеньора Фернандо. Командант, в день 16-летия дочери вашей, Марии де ла Кончинчон де Аргуэльо, имею честь презентовать ей золотую диадему, осыпанную драгоценными каменьями из коллекции императрицы Екатерины. Que hermosa diadema. Perola russos. Фантастико. Пусть примет она сей дар как знак светлой дружбы между нашими державами. Кончита, permit que te presento a nuestro huésped, el conte Russo Рязанов. Gentil hombre de cámara. Quiero invitarte al vals. Иностранец вас ангажирует на танец. Белый шиповник, дикий шиповник, краше садовых роз. Белую ветку юный любовник графской жене принес. Белый шиповник, страсти виновник, он ей смеясь отдал. Листья упали на подоконник, на пол упала шаль. Для любви названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Для любви названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Шиповник, страсти виновник, разум отнять готов. Разве не знаешь, графский садовник, против чужих цветов? Что ты наделал, милый разбойник, выстрел раздался вдруг? Красный от крови, красный шиповник, выпал из мертвых рук. Для любви не названа цена, лишь только жизнь одна. Жизнь одна, для любви не названа цена, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Хоронили в разных могилах, там, где старинный вал.
Как тебя звали, юноша милый, только шиповник знал. Тот, кто убил их, тот, кто шпионил, будет наказан тот. Белый шиповник, вечный шиповник, в память любви цветет. Грация плендум из догма спириту, ту бедиту ту мореребус, пикатуру и сыну на турно рожди мертвеж нострия, догма спириту, ты ту мореребус, и бедиту с фрукту свентристу Иисус. Ава Мария, мата де оро пронобис, пикатуру и сыну на турно рожди мертвеж нострия. Амон. 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 Ангел, стань человеком, подними меня, ангел, с колен. Тебе трепет сердечный неведом, поцелуй меня в губы скорей. Твоим девичьим веком я открою запретнейший свет. Голубый ангел 16-летний, иностранка испуганных лет, я тебе расскажу о России, где злодействует соловей, сжатый страшной любовной силой, как серебряный силовер. Там храм матери чудотворной от стены наклонились в пруд белоснежные контрфорсы, словно лошади воду пьют. Ты узнаешь земные божество и тоску и юдоль. Я тебе расскажу о России, я тебя посвящаю в любовь. Thank you.
Боже милостивый Иисусе Христе, о горе мне, грешному, паче всех человек, окаянен есмь. Покаяние несть во мне. Дашь тебе, Господи, слезы, да плачутся дела моих горько. Воззри на мя грешного, от сети дьявола избави мя, и на путь покаяния настави мя. Дашь мне, Господи, слезы, да плачутся дел моих горько. Три старшин. Бархату 350 аршин. 350 аршин. Атласу 64. 64. Сукна аглицкого 74. 74. Шпанского 2 куски. 2 куски. Черного 20 кусков. 20. Сервизов столовых дежурной работы фарфорового завода 6. 6. Зеркал 15. 15. Ружья охотничьи, косы стальные. Ружья, косы стальные. Письмо от губернатора. Категорический запрет на торговлю. Из Мадрида получена специальная депеша. Нас просят отплыть немедленно. Похоже на ультиматум. Я приехал сюда, чтобы воздвигнуть мост между Америкой и Россией. Я должен накормить жителей нашей Аляски калифорнийскими дарами. Я не имею возможности изменить свои намерения. Гарнизон крепости хорошо вооружен. Сегодня утром замечены новые активные приготовления. Авось, да вывезет! Письмо от Кончиты. Кончита просит нас немедленно прибыть вместе с Фто Франциско Азисского, 10 миль северной бухты. Нас встретит Падре Абелия. Испанцы тут же организуют погоню. Едем! Хоп! Приветствует русских гостей в миссии Святого Франциска Азисского. Марида на конча висела миссион де кэнсус букас маркальсес рикас. Кончиту уведомила миссию о наличии богатых товаров у русских. Несситамус мануфактура, кристаль, кальсату, ерру и насотру стенемус мучус маркальсес агрикулу. Миссия испытывает большую потребность в стекле, обуви, железных товарах. Со своей стороны в миссии избыток сельских товаров. Эль коммерсия кон лос истон херсус мусеверу. Перо эль коммерсия кон лорусус аспо импортанте. И Марида на конча пьеса кэс тенкуэнтра кон сервисанов сырая историка пара Калифорния. Запрет на торговлю с иностранцами очень строг, но Кончита считает, что эта встреча с русским посланником Рязановым может стать исторической для Калифорнии. Коменсар кон эль интеркамбью коммерсиаль. Мы должны начать с товарообмена. Хотели бы святые отцы осмотреть наши товары. Лос Падре Сантос Керен Вернестер Марканце. Си, Керемус Куандо. Да, но когда? Сейчас! Немедленно! Капье! Но моверсе! Понерармос инмедиатаменте регресар аль бука компориадо пор на комоя! Пор на комоя! Губернатор приказывает немедленно сдать оружие и вернуться на корабли в сопровождении конвоя. Но, Падре! Падре, лягаси ты aquí! Но! 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 Кончита! Идиота! Падре! Люсио Алюс! О чем они говорят? Очень трудно перевести. Семейные разногласия. Падре, диспьетер! Кончита! Но! 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 Ты
убить! Кончита! Распута! Está bien. Yo te quiero. Yo te amo. Что она сказала? Она сказала, что губернатор Сан-Франциско согласен на товарообмен. Парти! Три старшин. Три старшин. Барка тут 350. 350. Атласа 64. 64. Аглицкого сукна 74. 74. Шпанского две куски. Две куски. Черного 20 кусков. 20. Все куртизируете. Остерегитесь, наконец. Город полон слухов. Не забывайтесь, лейтенант. Солонины, 1100 пудов. 1100 пудов. Чиницы 540. Ваша светлость, говорят, что святой отец, которому исповедовалась Кончита, нарушил тайну исповеди. Он рассказал родителям невесты о том, что вы, ваша светлость, обесчестили девушку. Невеста в отчаянии, родители готовы к мести. Не берите в голову, лейтенант! Что ему от меня нужно? Ваша светлость, он говорит, что вы совершили бесчестный поступок, что вы погубили его невесту. Он проклинает вас, ваша светлость. Переведите ему, что он сволочь. И пусть убирается ко всем чертям. Светлость, он совсем обезумел, он говорит в том смысле, что вызывает вашу светлость на дуэль. Дуэль? Щенок, оставьте нас. Я ему объясню без переводчика. Агар. Что еще он от меня хочет? Он просит вас жениться на Кончите. Если вы этого не сделаете, она погибнет. Она не переживет позора. Он умоляет вас. Оставьте нас. Thank you.
обручается раб Божий Николай. Рабе Божьей Кончите. Но, Кончита, перро Мариделю Консепсион Хосе де Аргуэльо. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Согласен ли раб Божий Николай? Когда не увидишь. Como no quiero que te vayas, como quiero que te vayas más pronto. Llévame, amado, contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo prevendré tormentas con el corazón. Она плачет. Нет, что вы напротив. Она говорит: я знаю, чем скорей уедешь ты, тем мы скорей и вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал, как я хочу, чтобы ты скорей уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю. Эту реку в мурашках простуды. Это адмиралтейство и биржу. Я уже никогда не забуду. И уже никогда не увижу. Я там. Она говорит: не надо, я понял. Бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда.
я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не забуду. Никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Он мечтал, закусив удила, звесть Америку и Россию. Авантюра не удалась. За попытку спасибо. Гонца в столицу, граф Рязанов за него в горячке. Нет, он желает ехать сам лично. Коня требует. Куда ему коня? Разве что в ящике. Он требует коня. Безумный человек. Живее черти коня, граф Рязанову. Быстрее. Коня. Ему эта спешка, ему отлежаться хотя бы неделю. А он спешит в столицу, чтобы получить разрешение на брак с калифорнийской красавицей. Так ведь она католичка. В том-то вся и загвоздка, но обещал вернуться через год, и тогда. Может не успеть. Успеет, везучий. Услышь, Господь, и помилуй меня. Услышь, Господь, и помилуй меня. Услышь, Господь, и помилуй меня. Господь, помилуй, Господь, помилуй, Господь, помилуй. Господь помилуй, 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 Господ
полдороге к истине и чуду. На полдороге, победив почти, с престолами шутил, а умер от простуды. Прости, мы рано родились, желая невозможного, но лучшие из нас срезались с полпути. Мы дети полдорог, нам с вами имя полдороги. Никто из нас дороги не осилил. Ты была ли она? Дорога впереди. Прости меня, свобода, и Россия не одолел я целого пути. Прости меня, земля, что я тебя покинул. Не высказать всего. Жар. Меня мучит жар. Не мы повинны в том, что половины. Но жаль. Прости. Я вновь тебя не понимаю. Я твой погибший замысел. Прости. Десять лет в ожидании прошло, ты в пути, ты все ближе ко мне. Чтобы в пути тебе было светло, я свечу оставляю в окне. Лет в ожидании прошло, ты в пути, ты все ближе ко мне. Ты поборешь всемирное зло, я свечу оставляю в окне. Тридцать лет в ожидании. Последнее упоминание о дальнейшей судьбе Кончиты мы находим в путешествиях вокруг света Отто фон Коцебу. Коцебу дважды заходил на Аляску и посещал Калифорнию в 1816 и в 1825 годах. Коцебу пишет, что доходившим до Кончиты отрывочным сведениям о смерти Рязанова, неподтвержденным подробностями, она долго не верила и продолжала жить надеждой на скорое возвращение жениха, но годы шли, а Рязанова не было. Лишь в 1842 году английский путешественник сэр Джордж Симпсон, посетив Сан-Франциско, сообщил 52-летней Кончите точные сведения. Где и при каких обстоятельствах
Погиб выдающийся русский путешественник, граф Николай Петрович Рязанов. Только тут Кончита окончательно поверила в его смерть и дала обет молчания на оставшиеся годы. Кончита ждала Рязанова. ...35 лет. Спасибо. Дети 21-го столетия, начался ваш новый век. Неужели вечно не ответит на вопрос согласия человек? Две души, несущихся в пространстве, 150 одиноких лет, мы вас умоляем о согласии. Без согласия смысла в жизни нет. Аллилуйя. Возлюбленной паре мы забыли, бронясь и пируя, для чего мы на землю попали. Аллилуйя любви, аллилуйя любви, аллилуйя. Исповедуя веру живую, мы повторим пацанам.